Добро пожаловать в Церковь Движения. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Церковь Движения существует для того, чтобы превращать моменты в движение, и мы очень рады, что вы присоединились к нам на этом пути. Мы хотим поблагодарить всех, кто смотрит нас и является нашим финансовым партнером. Мы хотим, чтобы вы знали, что Церковь существует не только для вас, но и для ваших соседей, друзей и людей во всем мире. Благодаря вашей щедрости мы можем делать этим посланием надежды it. с людьми во всем мире. Если вы еще не стали нашим финансовым партнером, но хотите стать, то мы будем Now, рады, если вы присоединитесь к нам. Боже, спасибо тебе за то, что для тебя не имеет значения, кем мы считаем себя, какие ошибки мы допускаем. Боже, ты призвал нас. Ты видишь нас, и мы благодарны тебе за это. Боже, я молюсь сейчас за тех, кто ощущает неуверенность или страдает от психических расстройств. Боже, я прошу тебя, чтобы твое присутствие пришло к ним. Пусть они примут твой мир. Ты призвал их, и это важно. Боже, мы любим тебя и благодарим тебя. Тебя во имя Иисуса. Во имя Иисуса мы благодарим Ами. Разве не чудесно, что, несмотря на наши ошибки, Бог видит нас и призывает нас? Я очень рад, потому что сегодня буду проповедовать на основании моего любимого отрывка. На прошлой неделе послание получилось пророческим. Я немного разошелся и начал кричать, как в старые добрые времена. Но сегодня я постараюсь не сходить с ума так, как в прошлый раз. Я попробую просто донести информацию без криков и подпрыгиваний. Сегодняшнее послание родилось в результате того, что у группы Elevation месяц назад вышла новая песня Ходить с пвд Она меня зацепила и сразу же напомнила историю, когда Петр шел по воде. И сегодня я хотел бы пройтись по этой истории, потому что в ней полно ценных истин для нас с вами, которые особенно актуальны для нас в это время. Второй волны ковида, локдауна и так далее. Поэтому давайте откроем Евангелие от Матфея, 14 главу. Посмотрим 22 стих. Тут написано «Вначале расскажу предысторию». Перед этим Иисус совершил удивительное чудо, накормил пять Тысяч человек несколькими рыбками и несколькими хлебами. И сразу после этого чуда, когда ученики видели, как Иисус сделал что-то из ничего, произошла эта история. Вскоре после этого Иисус велел ученикам сесть в лодку и послал их вперед на другой берег озера, а сам остался, чтобы отпустить народ. Попрощавшись с людьми, он в одиночестве поднялся в город, чтобы помолиться. И когда наступил вечер, он был там один. Лодка была уже далеко от берега, и волны кидали ее из стороны в сторону, так как она шла против сильного ветра. Тут мне бросаются в глаза некоторые моменты, на которых я хотел бы остановиться. Во-первых, Иисус отправил учеников одних. Разве вам не кажется это странным? Иисус, а какой у нас план? Мы сядем в лодку, переплывем море, а ты останешься здесь? Ведь смысл нашего существования в следовании за тобой? Мы оставили все, чтобы следовать за тобой, а сейчас мы отплываем куда-то без тебя. Разве вас не волновало бы, что будет делать Иисус, как Он будет добираться, как Он потом найдет нас? К тому же, погода тоже была неблагоприятной. Было видно, что собирается шторм, и меня поразило то, что у них не было ответов на эти вопросы, но они были послушны тому, что сказал им Иисус. Только подумайте, они оказались в ситуации, в которой было не так много смысла, но они были послушны. Они не требовали ответов. Не знаю, как у вас, но у меня с этим плохо. Мне нравится, когда у меня есть стратегия или план. Я хочу знать, что происходит. А тут получается, что Бог говорит пойти и сделать что-то, но для меня это кажется нелогичным. Я же пришел к тебе, чтобы следовать за тобой. А теперь ты просишь меня оставить себя, но ученики были послушны. Во-вторых, Иисус знал о приближающемся шторме, но все равно посылал их туда. В прошлый раз мы много говорили о том, что Бог обещает никогда не оставить и не покинуть нас. Но Он не обещает нам безоблачную жизнь. На самом деле, если мы будем последователями Иисуса, то штормы будут приходить. Библия говорит, что дождь идет на праведных и на неправедных. То, что мы следуем за Богом, не означает, что у нас будет идеальная жизнь. В нашей жизни будут штормы. А вот что еще меня поразило. Иисуса не было в лодке, но он видел лодку. Он не был с ним, но при этом он все время приглядывал за ними. А вот что вы должны усвоить. Бог видит нас, его глаза все время устремлены на нас. Даже если вам кажется, что сейчас вы посреди шторма, или все идет плохо, или все это бессмысленно, и из этого ничего не получится, возможно, шторм разбушевался в вашем браке, в вашем бизнесе или еще где-то можно подумать, что Бог оставил нас, и мы одни. Но, как и в случае с учениками, пока они были посреди моря, его взгляд был устремлен на них. Иисус сегодня смотрит за вами. Вы не одиноки. Вы не сами по себе. Так, ну что ж, ладно, я обещал не распаляться и не кричать. Просто услышьте меня. Вы не сами по себе. Я не знаю, как вам, но мне утверждение о том, что Иисус приглядывает за мной, дает невероятную уверенность. Он видит вас, когда вы взываете к Нему, не зная, как оплатить свои счета. Иисус видит вас и слышит, когда вы не знаете, что будет с вашим браком или вашими детьми. Иисус видит вас. Он слышит вас, Он не отвернулся от вас. А далее... В Евангелии от Матфея, 14 главе, 25 стихе, говорится, «Уже на исходе ночи Иисус догнал лодку, идя прямо по морю». Хочу вам признаться, что эта часть истории расстраивает меня. Это было почти на рассвете, а если помните, то Он отправил их, когда только начинала вечереть. Получается, что он прождал всю ночь, чтобы пойти к ним. Это означает, что он наблюдал за ними, когда они сходили с ума посреди шторма. Он видел их страх и панику. Он видел все это, но все же не отреагировал мгновенно. Если честно, то я просто ненавижу Божьи сроки. Знаю, что пастору не стоит так говорить. Мне нравится молиться и чтобы Бог сказал «да» в тот самый момент. Я, как маленький ребенок, я хочу печеньку, хочу печеньку, дай мне ее. Я не хочу ждать и ненавижу слово «терпение». Оно не для меня. Ненавижу. Но учусь не сдаваться во время штормов. Я учусь доверять Божьим срокам. Возможно, вы сейчас прямо посреди шторма, и вам кажется, что Божьи сроки никуда не годятся, и они несправедливы. Но я призываю вас не сдаваться посреди шторма. Сегодня вы на день ближе к своему чуду, чем вчера. Не время сдаваться. Божьи сроки могут казаться бессмысленными, но это его сроки, и они имеют смысл для него. Давайте доверять ему. Давайте верить ему. Боже, я знаю, что ты видишь меня, ты слышишь меня. Я знаю, что ты со мной и я не буду сдаваться. Ну а мы возвращаемся к нашей истории. Теперь уже 26 стих. Увидев, как он идет по морю, ученики его сильно испугались. Это призрак, решили они, и в ужасе закричали. Ученики приняли Иисуса за призрака. Их спасение шло к ним, но они были так напуганы и так зациклены на шторме, что они не узнали Иисуса. Вы наверняка бывали в такой ситуации. Я вот был... Были случаи, когда я был настолько сфокусирован на шторме, что не видел, когда Бог пытался сделать что-то. Я видел только свою боль, неудачу. Промахи, так что страх способен полностью захватиться и контролировать нашу жизнь. Давайте поговорим на чистоту. Но я устал от того, что все разговоры, которые я веду, построены на страхе. Даже когда я говорю с другими пасторами, о, я не знаю, или наша церковь переживает это, или другая, наши финансы загибаются. Не знаю. Будут ли люди приходить на наше собрание? А когда я говорю с обычными людьми, то слышу, я не знаю, что будет с моей работой, я не знаю, как дети будут учиться. Я не знаю, что будет с моим браком. Мы говорим только о страхе, о том, что все это невозможно. Так и ученики видели только призрак, хотя к ним шло их спасение. Но они предположили, что это было что-то негативное. Давайте будем осторожны. Давайте не будем говорить только о страхе, тревогах и негативе. Давайте лучше искать в этом что-то позитивное. Возможно, Бог сделает из этого что-то хорошее. Библия говорит, что Он все делает во благо. Обращает в хорошее. Возможно, Бог сделает из этого что-то хорошее. Точнее, Он однозначно сделает из этого что-то хорошее. Вместо того, чтобы быть под властью страха и видеть только шторм, можно увидеть, что Бог уже что-то запланировал. Если вы боретесь со страхом, то мне очень нравится следующий стих. Когда они испугались и решили, что это призрак, Иисус тут же сказал, успокойтесь и не бойтесь. Послушайте, Бог говорит вам сегодня, не бойся. Не дайте страху одержать над вами победу. Бог видит вас, и Он знает вас. Он знает, вашу ситуацию. Не дайте страху победить. Ну, а мы вернемся к Писанию. У нас 28 стих. «Господи!» — сказал ему Петр. «Если это ты, вели мне пойти к тебе по воде». Что? Мне нравится Петр. Он сразу же проникся этим моментом. «Иисус, если это ты, вели мне пойти к тебе». Выглядит глупо, но я такой же. Я бы тоже сразу зажегся этим. Иди, ответил он. Тогда Петр вышел из лодки и прямо по воде отправился к Иисусу. Вот так-так. Хочу заметить, что иногда послушание Богу выглядит бессмысленным. Я не знаю, что творилось у Петра в голове. Мне кажется, он просто проникся тем моментом и всей его атмосферой произнес это дерзкое заявление. Если это ты, вели мне прийти. Иисус ответил. Иди, и в тот момент у Петра был выбор подумать. О нет, это был всего лишь хайп. Это было навеяно той атмосферой или соответствующей музыкой, или сказать, нет, Бог сказал мне, поэтому я сделаю это из послушания. Я понимаю, что из-за самоизоляции, длительного локдауна и непосещения церкви может показаться, что Бог уже не говорит. Мы находим время, чтобы молиться, поклоняться и читать Библию. Мы уделяем время тому, чтобы поддерживать отношения с Богом, с церковью, но может показаться что Бог больше вообще не говорит. Но я хочу сказать, что Бог говорит... Он обращается к вам сегодня. Он провозглашает что-то о вашей жизни. Он пророчествует о вас. Слово Божие живо и действенно, поэтому не игнорируйте то, что говорит Бог. Когда Бог говорит, «Будь послушен, зная, что я рядом. Верь Его словам и полагайся на них». Перестаньте слушать негативные разговоры, а прислушайтесь к тому, что Бог говорит о вашей жизни. Итак, Петр принял решение быть просто послушным Богу и вышел из лодки. И вот мы видим 30 стих. «Но почувствовав, как силен ветер, он испугался и начал тонуть». «Господи!» — закричал он, «Спаси меня!» Иисус протянул ему тотчас руку, поддержал его и сказал, Зачем ты усомнился, маловерный, маловерный? Петр перевел свой взгляд с Иисуса на волны. Иногда первый шаг сделать проще всего. Выбрать Иисуса и принять его как Господа ⁇ это прекрасный момент, это серьезный шаг. Но иногда он самый простой прислушаться к тому, что Бог призывает нас, и сделать это, доверившись Ему, уже сложнее. Это не просто «Да, Бог, я знаю, что Ты призвал меня быть человеком Божьим». Но так не просто ходить в непорочности. «Бог, я знаю, что Ты призвал меня быть мамой». Но так не просто быть милосердной и терпеливой. «Бог, я знаю, что Ты призвал меня быть верным Тебе в финансах, но мне так сложно выписать этот чек, ведь я не знаю, когда будет моя следующая зарплата». Иногда первый шаг сделать просто, но пройти весь путь до конца, доверяя Богу, было бы проще, если бы за наше послушание Бог сразу же действовал в нашей жизни. Но я заметил, что иногда, когда я послушен Богу, ситуация становится еще хуже. Помню, как мы приняли решение быть послушными в даянии. У нас было немного денег, но много долгов, но мы решили быть послушными Богу в даянии. Мы стали давать в церковь и при этом откладывать деньги, чтобы выплатить долги. И посреди всего этого сломалась моя машина. И ремонт обошелся в пару тысяч долларов. Боже, я-то думал, если я буду послушан Тебе, то я буду благословлен. Какой-то проповедник сказал мне, если я дам Тебе, то получу обратно сто раз больше, а у меня стало только хуже. Но нам нужно доверять Богу и продолжать следовать за Ним. Господь, я понимаю, что Ты не быстрый ремонт. Иногда Ты исправляешь ситуацию мгновенно, иногда Ты мгновенно исцеляешь, даешь новые конечности и так далее. А иногда это это процесс, и нам нужно его пройти. Петр получил столько упреков за то, что переключился на волны, но, если честно, это вполне распространенная реакция. Знаете, сколько раз за время этого локдауна я смотрел на волны и думал, церковь вообще когда-нибудь заработает, и что из этого выйдет? Я прихожу к Богу и говорю, «Бог, я знаю, что у тебя есть план». И он начинает напоминать мне о том, что не нужно смотреть на волны. Нужно смотреть на Него и доверять Ему, потому что Он держит нас в Своей руке. Это Писание говорит нам о том, что Иисус спас Петра. Петр перевел свой взгляд с Иисуса на волны и начал тонуть. Он начал кричать и просить Христа о помощи. И Христос тут же протянул ему руку помощи, если вам кажется, что ваш мир разваливается на части, то просто положитесь на Бога. И если вам кажется, что волны настолько высоки, что вы не можете не думать о них, если вам кажется, что вы тонете, знайте, что вы можете возвать к Иисусу, и он Действительно спасает. Если вы скажете только, Боже, ты мне нужен, Бог сразу же будет там, Он придет к вам. И не важно, насколько мала ваша вера, насколько все плохо и насколько высоки волны. Если вы позовете Христа на помощь, я вам обещаю, что Он придет и спасет вас. Воззовите к Нему. И в конце этой истории сказано, «Когда вошли они в лодку, ветер утих, и те, которые были в лодке, пали ниц пред Иисусом, восклицая, «Воистину, Ты Сын Божий!» И тут меня зацепили». Две вещи. Во-первых, шторм был использован для того, чтобы ученики осознали, что Иисус ⁇ Сын Божий. Он Христос. Я не знаю, в чем тут дело, но почему-то очень часто кризис сближает нас с Иисусом. Иногда Бог позволяет нам с вами проходить штормы, чтобы вернуться нас к осознанию того, что мы зависим от Христа и только от Него. Я понимаю, что жить во время Ковида непросто. Хочется обвинять всех вокруг и смотреть по сторонам, но я призываю вас сегодня относиться к Ковиду как к очередному периоду вашей жизни. И пусть этот локдаун будет сезоном, после которого вы скажете: «Бог». Ты использовал этот период, чтобы показать мне, как ты благ. В этот период вы можете стать более посвященным последователям Иисуса иметь более сильную молитвенную жизнь. В этот период вы можете убедиться в том, что вы можете доверять Богу в финансовой сфере, в семейных вопросах и воспитании детей. Боже. Ты использовал это время, чтобы я понял, что я — это не моя работа, а то, кем ты меня называешь. Я вам обещаю, если в этом сезоне мы будем полагаться на Бога, если мы будем полагаться на Него посреди шторма, то наше откровение о Христе станет большим, шире и ярче. Давайте не будем поддаваться этому страху. Не будем. Давайте полагаться на Бога и смотреть на Его помощь. У Него есть цель, и Он обязательно проявит Себя. Второе, что меня зацепило, они вернулись в лодку, и ветер прекратился. Шторм закончился, и они продолжили свой путь. То, что у них на пути возник шторм, не означало, что их путешествие должно прекратиться, или им следует изменить курс. Они... Вернулись в лодку и дальше поплыли туда, куда и планировали. Хочу сказать, как пастор церкви, я буду говорить о церкви, но вы можете применить это к своей личной жизни. COVID не изменил направление и предназначение этой церкви. Услышьте меня, COVID не изменил того факта, что мы призваны достигать тех, кто далек от Бога. COVID не изменил того, что Бог хочет, чтобы мы достигали людей в наших городах, провинциях и по всей стране. COVID лишь подчеркнул необходимость в этом и создал новые возможности достигать людей не только в стенах нашей церкви или в нашей стране. Наш путь не изменился. В какой-то момент мы вернемся в здание церкви, но мы продолжим онлайн-собрание. Наше видение и миссии не изменились. Также в какой-то момент мы начнем строить с кампусом. Я не знаю, когда это будет. Я лишь знаю, что видение не изменилось. В какой-то момент мы займемся расширением нашего здания, о котором мы говорили. Не знаю, как это будет, но видение не изменилось. То, к чему Христос призвал эту церковь, еще не исполнилось, но и не изменилось. И чтобы Бог не сказал о вас или о вашей жизни, а знаете, что Христос не изменился и не изменил свое призвание. Возможно, мы сейчас посреди шторма, но я вам гарантирую, что Христос видит вас посреди шторма, и Он готов вас спасать. Я вам гарантирую, что его призвание для вашей жизни не изменилось из-за шторма. Скорее всего, оно стало еще больше и мощнее. Поэтому не сдавайтесь, не дайте страху победить. Вместо этого призовите Христа, положитесь только на Него и доверьтесь Господу, ведь Он есть начальник и совершитель нашей веры. Так что не бойтесь и не сдавайтесь. Христос с вами. Мы хотим поблагодарить тех, кто поддерживает нас. Если вы хотите стать нашим партнером, зайдите на сайт veramovement.ca касая гиф, и вы увидите различные методы пожертвований. И спасибо за то, что были с нами.